А ты знаешь, что использовать максимальную скорость атаки в Genshin Impact можно только на нескольких девайсах? На каких? Я тебе расскажу. Но для начала давай разберемся, какую максимальную скорость атаки можно развить в игре. Для этого нам пригодится Аята. На нем мы будем использовать специальный клинок, а также новый сет на скорость атаки. Далее мы используем его Ешку и его взрыв стихий. После этого нам пригодится поле Чуньюня с мечом Эолы, С2 Джин, а также С6 Юнцзинь. Также мы будем использовать бонус на скорость от Витой Бездны, а также бонус на скорость атаки от карточки. И в совокупности мы получим 248% скорости атаки, что на самом деле очень большая цифра, но на самом деле она равна 163%, потому что в Genshin Impact есть кап скорости. Но если ты будешь использовать один из вот этих вот девайсов, то у тебя будет FPS Unlock, и в этом случае ты сможешь раскрыть полный потенциал Аята. Да, вот такая вот Pay to Win система.